Здравствуйте, уважаемые зрители. Ближайшие два часа предлагаю провести в компании большого футбола. Это Мелбет, первая лига, 27-й тур. Волга играет против Тульского Арсенала. И я бы назвал этот матч матчем надежд. Волга располагается в самом низу турнирной таблицы. До конца чемпионата осталось не так много туров. И Волгу от спасительного 14-го места отделяют вот уже 9 очков. Поэтому команде из Ульяновска нужно обязательно набирать очки и делать это как можно больше и как можно скорее. Арсенал свою первую атаку разгоняет. И мяч уже в штрафной площади. Передача Ткачев. И еще момент. Попадает мяч в ворота. И, судя по всему, мяч в руку попал. Да? И причем игроки Волги сразу же на это показали. Мяч в ворота залетел. Манелов здесь тоже недоволен. Ну, вот он такой интересный момент. Мы вот в такой конфигурации с двумя нападающими. Понятно, что надо забивать. Ну, это такой более атакующий состав. А здесь передача классная. Манелов. И Диспотович не попадает уже практически в пустые ворота. Климовичу досталось. Вот там в столкновении с Маниловым. Хорошая атака у Арсенала получилась. И Диспотович имел шикарную возможность забить первый гол в нашем матче. Здесь еще Чингиз Магомадов говорит о том, что Манелов прихватывал кого-то из соперников. Биток. Вот левый фланг хорошо работает у Волги. Передача. И Момо Туре не успевает здесь закнуть этот прострел. Ну вот они показатели. Да, вот по-разному можно относиться к различным этим цифрам. XG вероятности голов. К обострениям. Есть подача. Опасный момент. Опаснейший момент. Дашаев. Будет угловой. Показалось, что это сверхголевой момент. Давайте еще разок. Кирюгов тоже для меня загадка, почему он вообще в стартовом составе не играет. А вот здесь подача Сериков. И момент. Паскин. Ближний угол бьет. Вот и Егор Шамов в работе. И Магомадов полез на двоих защитников. Троих обыграл. И дальше он смещается. И удар. И вот здесь уже Егор Шамов выручает свою команду. Вот чего, пожалуй, не хватало в первом тайме. Индивидуальных действий. Очень осторожно играли команды. Пытались довести атаку до ума. Ткачев. У него шикарная левая нога. Давайте смотреть за этим штрафным ударом. Вместо удара подача. И Сериков пробил поворотом, но не так, чтобы очень опасно. Хотя такой розыгрыш был интересный. На самом деле передача Ткачева получилась тоже точной. Ставпец сохранил мяч в поле. И здесь передача проходит. Воронин первый на мяче. Момо! И еще удар! И Воронин прямо в Шамова пробил. Какой же момент у Волги в концовке матча. Евгений Воронин мог и забивать в этой ситуации. И обязан был забивать. Еще одна подача с углового. Удар, мяч не залетает в ворота. Хотя уже показалось, что от штанги как раз он туда и ныряет. Яковлев. И цепляют его сзади. Штрафной удар. Смотрим. Большаков бьет. Климович спасает свою команду. Хороший эпизод. Все, в финале свисток 0-0. Без голов. Обошли сегодня Волга и Арсенал. В очень тяжелом матче, в очень интенсивном матче команды отдали много сил.